Приветствую всех, у микрофона Камикадзе. Заслушаем вступление сейчас. Римляне наступают. Они разряжены, как на праздник. Покажем им, как бьются настоящие воины. Тесни их к реке. Итак, ну, собственно, поехали. Значит, с правого фланга выдвигаем на Медику, на левом фланге выдвигаем, собственно, Ганнибала. Всю линию оттягиваем назад. О, с левого фланга, значит, будем встречать знатными всадниками первый натиск. Встречаем именно знатными всадниками, чтобы экстраординары также без натиска ударились, ну, с тыла своей же кавалерии. То есть, зашли в сражение без натиска. То есть, первым сейчас, вы видите, встречают знатные всадники. Более легкая иберийская конница будет заходить с левого фланга, а вот Ганнибал и карфагенская конница подключатся, соответственно, с правого фланга на моем левом фланге. Медийцами же я кайчу, то есть в данном случае отыгрываем практически как по сценарию реальных кан, то есть бой кипит чисто исключительно между кавалерией, не стал я юзать вот эту вот фигню, которую уже много лет подряд там юзают, ну, собственно, я и сам раньше юзал, то есть, типа, выдвинуть карфагенских гоплитов, встретить эту кавалерию, там, окружить, к тому же искусственный интеллект чуть сломали, сейчас... Эта кава, она начинает, видите, вот там вот еще видно на конечности другого фланга, она начинает куда-то там убегать, протаскиваться, я не знаю, что они сделали с искусственным интеллектом, но ведет он себя реально неадекватно. Здесь, соответственно, в какой-то момент иберийцами стопаем, но медийцами спокойно начинаем сбоку раскидывать. Здесь у нас наши иберийцы откололись, но во всяком случае мы остановили экстраординаров, остальная кавалерия нам... Особо, в принципе, никакой угрозы нести не будет. К тому же, лично наши знатные всадники в целом также не пострадали. То есть, это считаю хорошим раскладом, когда потери среди карфагенской конницы и знатных всадников не такие большие. На иберийцев все равно, потому что иберийцы не особо наносят какой-то хороший эффект по пехоте ближнего боя. То есть, чтобы бороться с римлянами, иберийцы не столь важны, ими спокойно можно пожертвовать, чтобы спокойно брать эту кавалерию. Вы можете спросить, почему здесь я не веду карфагенских гоплитов. Нужно больше контроля, плюс видите вот эти кучки, да, потом еще добивать, где-то вот они вот так вот ускакивают. Такой геморройчик немного разработчики в последних каких-то там микропатчах добавили. Значит, ну, мне также нужно время для того, чтобы успеть очень солидно обстрелять фланг римского войска. Тактика боя будет примерно такая, то есть левая конечность вот с этого ракурса фланга римлян, она пропитана в принципе принципами и триариями. Правая конечность содержит один отряд триариев и в принципе 7 отрядов гастатов. Мы заводим сейчас с левого фланга все наши отряды застрельщиков. Для того, чтобы обрушить обстрел. Конечно, еще много лет там уже бородой поросло, Космонемо обстреливал триариев. Я считаю, что для достижения какого-то нормального эффекта, чтобы не пришлось всей армии бегать, где-то там сплитить, нужно расстреливать не триариев, а принципов. Я пробовал делать это в лоб, чтобы это было более-менее исторично. Но учитывая, что легендарная сложность вносит свои корректировки, вот мы до сих пор еще пинаем эту кавалерию, которая уже давно бы побежала в любом каком-нибудь сетевом сражении или еще где, да. То есть придется все-таки заводить сбоку, чтобы броня вот эта римлян, которая там за 60 у всех отрядов и у принципов там, по-моему, под 70, да, чтобы она не сильно роляла, нам придется все-таки заводить где-то сбоку, с тыла наших застрельщиков, то есть пытаться обстреливать именно таким вот образом. Значит, далее, то есть я вывожу принцип сражения будет такой, значит, мы обстреляем с левого фланга римлян принципов, то есть максимально уменьшим ряды принципов, как пехоты, которая является средней прослойкой, то есть триарии здесь будут из-за сложности очень хорошо держать урон, но в целом из-за того, что это копьеносная пехота, она в целом мало вносит действительного импакта, соответственно, в противодействие нашей пехоте, поэтому на левом нашем фланге также сконцентрируются гоплиты, то есть на самой левой конечности это будут ливийские гоплиты, чуть в центре сдерживать принципов будут карфагенские гоплиты, правый же фланг займет нумидийская кавалерия, займут кельты и займут иберийцы.
элементом окружения, то есть нахлёста с правого фланга, перегрузкой фланга, будут выступать ливийские мечники. Соответственно, опускаем мы вот один отряд принципов, затем перейдем к опусканию второго отряда принципов, выдвигаем нашу кавалерию в тыл, даем ей передохнуть. Ганнибал будет находиться на левом фланге для того, чтобы наша пехота держалась. Ну и, соответственно, сейчас вы увидите расстановку. То есть выстраиваю я трех карфагенских гоплитов. Поначалу будет казаться, что ливийцы стоят в центре, но вот ливийцы перемещаются на левый фланг. То есть ливийцы держат триарев, они будут формировать флангу. Также вот я еще один отряд триарев этот, соответственно, ослаблю. То есть таким образом мы как бы уже разделили римскую армию. Мы разделили ее на ядро триарев, которое останется с левого фланга, будет противодействовать ливийским гоплитам. И, соответственно, на... условно говоря, их центр, который будет составлять сейчас 6 отрядов принципов, 7 отрядов гастатов и 1 отряд триариев. План такой, то есть кавалерия у нас выстраивается вперед, то есть она будет наносить первый чардж по гастатам. Это очень важно, потому что кельты и иберийцы — это также легкая пехота, и, соответственно, при натиске гастатов они понесут потери. Вы спросите, типа, Камикадзе, да что ты гонишь, типа, гастаты не имеют такого натиска, как кельты. Но именно в этом сражении легендарной сложности они как раз-таки имеют такой натиск. И если просто скипнуть на них даже просто ливийских мечников, то можно удивиться количеством полученных потерь. Вот, поэтому, чтобы успешнее опрокинуть фланг гастатов, мы будем вынуждены сбить их натиски отрядом нашей нумидийской кавалерии. Это будет просто жертва. Мы просто спустим их в лоб. После чего с натисков будут заходить отряды кельтов. А, соответственно, с фланга будут обходить и делать окружение ливийские гоплиты. Кавалерия ударная, которая, я говорил, что очень важно иметь большее количество всадников, это знатные всадники, карфагенская конница, они будут находиться в тылу и бить по тылам, то есть помогать ливийским мечникам как можно быстрее разбираться с рядами гастатов, так как гастаты очень сильно уязвимы к чарджу. То есть вот, у нас начинается активная фаза, мы врубаем здесь нашу кавалерию и сразу же натисками заходим кельтами. Второе. У меня, кстати, тут я немножечко провтыкал и, видите, не скинул кавалерию. Но, с другой стороны, их натиск вот этой массы пехоты пошел не навстречу мне, а пошел так. То есть вот я начинаю собирать в кучу их войска. Вторым темпом заходят иберийцы. Они не атакуют, потому что, ну, смысл атаковать, скидывать больше войск в тучу. То есть Ганнибалом пробежают все необходимые обилки для того, чтобы больше держались, соответственно, подразделения наши, которые вынуждены удерживать римлян. Затем мы начинаем нахлёст с помощью ливийских гоплитов, точнее ливийских мечников. Наши же отряды стрелков начинают опустошать не фланг триариев, а центр, для того, чтобы расколоть римское войско на две составляющих. То есть мы расколем их на фланг триариев, который останется там бороться, и будем уничтожать принципов как наиболее опасную пехоту противника. Видите, иберийцы сейчас просто стоят и накидывают. То есть я приказал им выкинуть весь боезапас по отряду. Здесь переагрим принципов, кстати. Да, то есть тут интересно агрится искусственный интеллект, но сразу переагрится на тот отряд, который вот-вот начнет его атаковать. То есть я начал атаковать кретянами, у них все равно практически нет снарядов. Мои боляры вышли на более удобную для них позицию с фланга и будут обстреливать центр вместе с генералом и принципами. Ливийцы мои заходят, моя кавалерия пока отходит. То есть мы стараемся проигнорировать эти отряды римлян. Затем ливийцев мы пускаем в бой. У ливийцев у всех отжат режим сражения с сохранением строя. Это нужно для того, чтобы они при возможности делали нахлёст и били по всей площади. То есть так, как это делают варварские отряды. Здесь, соответственно, разъединяем кавалерию. То есть понятное дело, что принципы побегут за нашими кретянами. Нам на это пока наплевать. Обстреливаем, продолжаем обстреливать ядро римского войска, которое вместе с генералом, для того, чтобы убить генерала, соответственно, чтобы боевой дух гастатов сильнее проседал. Ну и, соответственно, для того, чтобы отдельные кучки вот таких вот гастатов мы могли вырубать. То есть там знатная кавалерия начнет атаковать. Вводим наших кретян. Так уж получилось, что, по сути, все-таки одним отрядом мне придется побегать. Но я считаю, оттягивание одного отряда — это не такой дикий эксплойт, как вот в других
сражениях, когда вы видите, когда там тянут всю армию, по отрядику разбирают, то есть, ну, так даже обезьяна пройдет. Я постарался отыграть максимально честно к искусственному интеллекту, дав ему максимально прямой бой. То есть, фактически, здесь мы уже окружили кое-какую группировку на левом фланге, продолжаем разряжаться в те отряды, которые пытаются прессинговать наши ливийских гоплитов. Проводим сейчас вот в брешь еще один отряд. Здесь мы спокойно разобрали гастатов путем удара знатными всадниками в тыл. Здесь, видите, принципы просто протащились через нашу линию. Это вот, кстати, какой-то ноу-хау давали разработчики. То есть отряды начали тянуться. В Атиле бы они просто умирали из-за этого. Но у меня есть подозрение, что почему-то схожие изменения есть и в Атиле. Вот. Ударяем еще раз знатными всадниками в центр, чтобы расколоть, собственно, пополам. Наш генерал не сможет все-таки биться с этими принципами, поэтому мы атакуем гастатов. Таким образом, сейчас мы избавимся от нескольких отрядов. Видите, уже там есть паника среди гастатов и некоторых очень сильно покореженных принципов. Тем не менее, вот 16 принципов, которых сейчас зашли знатные всадники, еще держались. Их мы также опрокидываем. И, соответственно, таким образом мы фактически, опрокинули правый фланг римлян. А точнее, на нашем правом фланге держим победу или опрокинули левый фланг римлян. Да, и продолжаем уничтожать центр. Здесь генерал как раз-таки увяз. Это его и похоронило. Добиваем сейчас здесь бегущих, а затем спокойным натиском выйдем еще и в окружение вот этой центральной группировки. Таким образом, в принципе, у нас уже очень много сил осталось. Здесь только триарий, но окруженные с двух сторон, они не особая нам угроза. Мы их будем разбирать долго. Поэтому, собственно, иберийцы и тратили боезапас прежде всего по этим триариям, потому что они в основном удерживают левый фланг от быстрого разгрома. То есть иногда они могут очень сильно зарешать. Конечно, здесь есть доля рандома того, как именно распределяться отряды римлян. Тем не менее, бой, на мой взгляд, здесь довольно чистый. То есть мы сейчас, в принципе, сражаемся на равных. Где-то там принципы догнали этих критян, съели их. Но, в принципе, у критян не было никаких снарядов, поэтому было для нас нецелесообразно. Здесь мы продолжаем атаковать, то есть сейчас мы переключим уже на триариев. Таким образом, у римлян остались, по сути, единственные триарии на оконечности нашего левого фланга, которые особо не могут пробиться. Мы, соответственно, прожимаем опять по обилке. И, соответственно, два вот этих отряда гоплитов, они, по сути, видите, продержались. То есть, в целом, столько, сколько надо. Один отряд, конечно, ливийских гоплитов был, карфагенских, извиняюсь, гоплитов был уничтожен. Вот, тем не менее, мы сохранили наше ядро. Нашим ядром выступают ливийцы, по сути, аналог римских принципов. Ну, или мечников Торекса греческих. В любом случае, уже очевидно, что сражение складывается в мою пользу. Ввиду того, что у меня даже есть еще боезапас, из-за того, что болеары стояли кучно, получилось так, что, по сути, один отряд болеаров, он даже и вовсе не потратил снаряды. Здесь обстрел действует немножечко дезморализующий. То есть нам очень выгодно, что у нас остались снаряды, даже вот одного отряда. Просто что они остались, это быстрее позволяет ломать мораль. К тому же практически римское войско уже разбито на какие-то кучки маленькие. И, по сути, мы просто сейчас добираем триарев. Здесь, конечно, я бы мог показать какой-то приближенный вид, но, знаете, был сконцентрирован на том, что, о, блин, получилось их все-таки окружить, перемолотить и получить не такие большие потери. То есть, кто из сторожил помнит, очень давно я записывал, я выиграл это сражение на численности максимальной, то есть там не на 120 отрядах, используя тот факт, что так проще кавалерии было бы перебивать, а все-таки на максимальной численности. И, собственно, тогда у меня были катастрофические потери, и тогда несколько отрядов все-таки ушло куда-то у римлян в тыл, и это очень сильно сказалось на сражении. В этот раз у римлян фактически ничего не ушло, кроме одного отряда принципов, который погнался за критян и, по сути, остался у реки. Спишем это на те 2000 римлян, которые смогли из-под кана отступить. Ну, эти, конечно, не отступят, потому что почему-то они не побежали. То есть, видите, эти уже просто бросились, триарии. Ну, то есть, уже все, мораль уже окончательно падает. Последние принципы там возле реки останутся, один отряд. Причем не целые. Он, конечно, мог внести какой-то вклад
в это сражение. Но учитывая общую массу оставшихся у меня сил, понятное дело, что ну, мои потери могли бы быть, давайте условно, допустим, на 160 человек больше, да, но нет. То есть и там, по-моему, всего даже 120, да, то есть на 120 человек, ну, потенциально, если бы они сыгрались, полностью себя окупили, да, 120 и 120 потерь нанесли. Или сколько еще такие? 150, наверное. А, нет, 150. Ну ладно, 160, да. То есть это, ну, один отряд моих вот этих зеленых левицев, допустим. То есть мне бы все равно хватило сил их разбить. Хотя, конечно, было бы удачнее, если бы он не отклеился. Но на этот раз из-за обстрела эти, видите, сразу уже паникуют. Они расставляют рассыпной строй. Просто стоят к нам спиной. Чудеса искусственного интеллекта. Тем не менее, мы одерживаем верх. И, в принципе, все. Легионы разбиты. Ну, как там говорит советник, бежать им некуда, уничтожить их, Рим почти наш, да. К сожалению, в реальности Рим не будет за Ганнибалом. Ну, это, кстати, неизвестно, к сожалению, или к реальности. Вот. А, точнее, к сожалению или к счастью, да. Вот. Ну, собственно, таким образом мы выигрываем сражение за Каны. Выигрываем его фактически чисто, без какого-либо рода эксплойтов. Ну, за исключением, наверное, того, что вот мы в наглую подводим стрелков. Но, с другой стороны, сценарий битвы подразумевает то, что римляне идут конкретно давить нас. То есть, у них нету необходимости рассосредотачивать свои войска. И сражение это проведено в духе того, как она запланирована. То есть мы встречаем лавину римлян и мы ее перебираем. Собственно, потери можете видеть на своих экранах. На этом всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.